Всем привет! Пришло мне несколько посылочек уже. Так. Как-то Байктулс. Оп. Это у нас такая вот фигня силиконовая. На рукоятку КПП. То у меня там хром задрался. Цепляют за руку, можно порезаться. Так вот такая штучка резиновая. Все просто, безвкусно. Так. Следующий у нас. Опять леды какие-то. Бумажки с 5 звёзд. 5 звёзд поставите. Интересно, наклейки что ли какие-то тут. Супер упаковка. Вот такая вот LED-панель. Машина. И как обычно, 3 переходничка. Так, и последний. Так, с Гербеста тоже. Решил бы заказать оригинальный Xiaomi. Такой вот. Оригинальный получается. Как бы. Оп. Я уже заказывал такие, но они, видимо, не оригинальные, какие-то непонятные что. То есть тут еще кнопочка есть. Сейчас проверим, как работает. Так, то есть я вот такие вот заказывал. Отличия видны. Ноунейм такие. Подделка. Подделка у нас. Так вот светит. Вот он как это будет светить. Тут даже 4 режима. 1, 2, 3, 4. И почему-то он до конца не выключается, светится. Вот, вот такая вот вещица. Вот такие вот посылочки. Спасибо, кто смотрел. Всем пока.